Здравствуйте, Алексей. 1 августа сегодня 2001 года. Посадка у нас фундука осенняя была, осенью 2020 года, конец октября. Сорта Трапезунд, Шедевр, Лазовской и Боровской. Вот хочу показать. Приросты такие, саженцы все подрезались при посадке, отличные у всех приросты, утолщение ствола за счет того, что было подрезано, ствол для сравнения, ну практически в палец, ну чуть меньше, внизу больше. Приросты по 50, по 60 сантиметров. Это все мы шедевр глянули. Вот Трапезунд. Даже небольшие саженцы. Порядка 30 сантиметров был срез. И все хорошо. Большой лист. Хороший. Первый год. На шедевре появились серьги, уже повыбрасывал. На Трапезунде много на кустах появилось корневой поросли, что нужно удалять будет. Сейчас покажу. Вот тоже Трапезунд, отличный лист. Полив раз в неделю, мульча. Немного удобрения. И все хорошо. Все отлично.